Всем доброго времени суток, уважаемые зрители. Привет. И мы с Димой продолжаем нашу рыбалку. Сегодня у нас такой начинается день, такой неспешный, можно так сказать. Встали мы на одном местечке, чуть-чуть половили рыбки. Ну и сегодня мы будем двигаться куда подальше, да? Пойдем куда подальше, пойдем вниз. В поход пойдем? Блять, а нашивки нам Дима приготовили, нет? На рукава, как у моряков там. В поход сходил. За дальний поход. За дальний поход. У нас, наверное, поход так недавний. Ну, относительно, да. Сегодня с нами наша традиционная лодка «Аляска». Кстати, второй сезон ее эксплуатации. Ну, у нас, в принципе, с Димой очень хорошее впечатление от данной лодочки. Поставлены для нее задачи, она выполняет. Да. Катаемся мы второй день вот на этом баке. На одном баке, да, второй день. Лодка экономичная, но и двигатель, конечно, тоже экономичный, четырехтактный. Но и с такой лодкой, конечно, потребление бензина еще идет меньше. Ну и вывозит она достаточно много груза. Ну и сейчас мы пойдем. Утро начинается, вернее, уже началось, уже все. Скоро будет переходить в день. Но мы с Димой пойдем. Дима так показал, что-то у тебя тут. А я смотрю, ты тоже самбу привязал. Самба, да? Ну, и ты самбу привязал. Ну, какой хитрый Дима, он сразу же привязал и тума самба. Ну, у меня тоже поставлена самба. Я смотрю, да, у нас с тобой мысли совпали. Мысли совпали, там таймень из-под того заломчика корчинуть, да? Ну, Дима сейчас линяру хорошего поднял, здорового такого, да? Трешка для меня пока. Ну, трешка. Все очень аскетично. Единственная проблема, что кончается горючее, не то, которое в моторе. Будем пить воду и вдыхать воздух. Да. У меня, как всегда, в коробке с карандашами воблеры и тума. Видим, что они у меня уже вот здесь вот. Это по всем щелям, короче, блин, распиханы. Тут у меня чипы, мини-шеды, ровди. Хейлы, Бобби, то есть вот все такие вот, короче. Но они все работают? Все работают, да, все очень четко работают. Я уже последние 3 года четко, даже, наверное, 4 года, да, мы уже на ютубовских воблерах висим. Очень хорошая цена за такое качество. Качество, да? Да, все работает, не надо сильно это, что-то думать. Только подбираешь в зависимости от ситуации. Ну да, мы поэтому сейчас самбу-то и поставили здесь, потому что такое, ну, место глубокое, улово крутит. Самба она летит подальше, потяжелее, и немножко можно его заглубить, и как-то висит. Не, ну больше меня интересует в конце вот этой косы, вот видишь там, где корчики, ну, корч, такой, да, заломчики, и дальше, конечно. Не, ну понятно, что с нашими легкими снастями, тонкими шнурами и спиннингами до 15 грамм, конечно, мы там... приуноем, если это будет двадцатка или за двадцатку. Ну, да. Ну, шансов. Мы не надеемся его поймать. Мы не надеемся его, конечно, поймать. Цель не эта, но. Ты знаешь, если бы он клюнул, я бы постарался бы с ним побороться. Ну, к примеру, вот так, чисто спортивно. И не более того. Слышишь эти прекрасные звуки? Да, прекрасные, слышу прекрасные звуки мотора Сузуки. Последние 5 лет мой выбор связан с моторами Сузуки. Смотри, смотри, смотри. Есть. Да, да, да. Это угар. Я догнал, остановился. Это, конечно, очень интересно, как работает самба. Его видно было, как он бежал. Ой-ой-ой, сколько тут корчей. Ох, Дима, вот тут смотри, какое. Есть, да?
Не? Ушел, по-моему, мелькнул. Ну да, ударил. Да, ударил и ушел. Вот я прям увидел, Дима, поклевка на самбу была. Вот он. Смотри, атака была. Я его видел. Ушел. Дернул и ушел. Берет очень неохотно. В поляризационных очках я вижу дно где-то метра два. Видно, как выходит рыба, как атакует. Но видно, погода ей сегодня не нравится. Удар я отвалил. Ну, я говорю, очень хороший плес. Таймени сегодня что-то вообще не в ударе, короче. Промахиваются и идут. Они на поверхность. Да, что-то такое с тайменями сегодня творится неоднозначное. Все-таки, как ни крути, многие люди думают, что мы тут в богатейших местах и ловить можно на гвоздь, блядь. Я скажу, хер сосали комбайнеры. Третий выход тайменя на ловчие воблеры, на ловчие снасти. Мы видим, что... И вот как-то вот идет, сопровождает, чуть-чуть его там... На клык попробует и все. Вот так вот. Да, вот он. Я видел, как он несколько раз промахнулся. Он заходил на атаку так не спеша. Вальяжно. Было у него два промаха. А? Неактивный, да. То есть это говорит о том, что если рыба неактивная, то в каких бы богатейших вы местах ни находились, рыбацкой удачи вам, уважаемые, не видать. Вот я сейчас в поляриках насмотрелся уже трех тайменей эту картину, блин. Очень, конечно, красиво, очень большое удовлетворение. Ну вот, уважаемые зрители, у нас с Димой дуплет, и мы тащим наших линков. Вот они. Ушел, да? А у меня он тащится. Как-то он тащится, интересно. Одним крючком он взял в рот. Это у нас Ютума чип. Ну все, красавец, мы тебя отпустим. О, только хотел опустить руку помыть, слышь, всегда вот так бывает, блин. То мотор перехватишь, то руку помыть. Ну а закон горных рек всегда несет в залом, да, Дим? Ну, видишь, уже, слышь, вороны уже слетаются. На... И нас несет в залом, Димон. Сели, слышь, ждут. Они тут не просто так сидят, они ждут всех, кого приносит в залом, слышь. Да, конечно, они тут дымают. Свежее мясо к залому подходит. Вдруг что отвалится, да? Что, все, одна полетела. Поняла, что я уже не обломилась в этой жизни. Одна ворона снялась, вторая снялась. Хорошие места, только нету нифига.
А по идее должно. В таких местах, как за счастье. Ты смотри, нету Дима рыбы. Нету рыбы, пацаны. С Димой мы продолжаем ловить линков. Дима, как ваши ощущения? О, блин, чуть-чуть не взял, да, Дим? Ну, красавчик, как ты? Ой, хорошенький. Ой-ой-ой. Хороший линок такой, ужалил. Ну и такое ловчее место. Дима подводит под кусты, я вот сейчас посмотрю. Обязательно должна быть поклевка в таких местах. Вот, видите, о, потянул фрикциончик. Хорош. Наблюдаем, что происходит у Димы. А я пока, конечно, произвожу борьбу. Black Hole GF от 4 до 15 грамм, даже от 3 до 15 грамм борется, мы видим, да, вяжет этого линка, линок у нас устает, в пасти у него и тумачип, видим, вот такого цвета. О, линяра, конечно, достойный соперник. Очень красивый линь. Здесь видно, как они стоят, как они выходят на атаку в такой чистой воде. Конечно, это высшее наслаждение, да, Дим? Не хочет. Потерял я, конечно, сноровочку сразу же и управлять моторчиком, и забирать рукой. Долгий перерыв мой был на линков почти в год, грубо говоря, как я не рыбачил линков. Буквально считанный месяц и будет, как я год не рыбачил. Вот он. Вот он, красавчик. Видим, как он ужалил и тумачипа. А такого большого линка мы, конечно, заберем с Димой покушать. Нам же надо будет сегодня что-то кушать. И он... А? И пойдет он нам на жаркое. Очень интересное место. Небольшая глубина. И видно, как идет проводка воблера. И видно, как жирные большие линки выходят из-под кустов на атаку. Очень зрелищно. Я считаю, это самой интересной рыбалкой, да, Дим? Когда есть солнце, день и жара, надо двигаться ближе к кустам, да? Мы с Димой передохнули, покушали и начали ловить. Вот такая поклевочка небольшого линочка у нас произошла. После вкусного обеда. Опа! Все, линочек у меня тут подсел. Дима мне дает уже. Ох, как он жадновато заглотил. Иди, красавец, беги. А в роли приманочка у меня была и Тума Бобби. Видите, он очень по вкусу пришелся маленькому линку. Опа-опа, смотри. Смотри. Ну давай, дружок, ты где? А? Ушел. Ты видел, да, Дим? Такой хороший линок выходил, уже хватало его, но что-то ему это. Чуть-чуть не хватило, наверное, нас увидел, испугался. Но мы видим, и Тума Бобби у нас работает как надо, привлекает рыбку. Сейчас, конечно, полдень, рыба вся расслабленная, жара, конец лета.
отличные летные характеристики этого воблера. Если вот когда так вот мелко и к берегу близко не подойти, да, то есть рыба боится, то это как раз воблер именно для этого. Глубина погружения его всего 0.5 метра. Отличный вылет. Как раз идеально подходит вот именно для таких условий. Когда нужно держаться подальше от берега и небольшая глубина вот такая вот. Что, Дим, поклевка? Вот мы сейчас слышали, у Димы засвистел фрикциончик. И у Димы была поклевка линка. А? Не просек, Дима, да? А-а-а. Какие линки, да? Непросекаемые, короче, они. Опа! Вот он, красавчик! И Тума Бобби у нас в работе. Ой, как хорошо! Он ушел сам. Не доставать, не отцеплять. Это просто кайф. Дима, вот местечко очень интересное. Бери. Ну, зверюга, блядь. Я зол и очень агрессивен. Давай, выходи. Один на один. Но вяло, много-много сходов. Очень много сходов. Не осень, конечно. Видно, какая-то рыба чуть-чуть не такая. Так, ну что у нас по приманкам? Работал очень хорошо чип зелененького цвета. Сейчас лето. И, скорее всего, он напоминает каких-то насекомых, там, кузнечика или еще кого-нибудь. Где было поглубже, мы пытались ловить на самбу. Не пытались, вернее, мы ловили успешно. Самба, вот такой вот крэнк. Подныривает где-то на метр, идет хорошо и держит как бы заданную глубину. И чувствуешь, как он по камушкам тук-тук-тук, пауза, поклевка, пауза, поклевка. А я также заканчивал свой день с такой вот самбой в окраске тигр. Тоже работает по окраске. Ну, пробовали роуди, роуди тонущий, заброс, пауза, утонул чуть-чуть, прокруточка, если линок стоит там, он обязательно клюнет. Боди понравился, маленький, такой пузатенький, удаленький, летит хорошо, заглубляется, вес у него 6,7 граммов, в принципе, для наших спиннингов, если спиннинги у нас Black Hole, Magic Breeze и GF, летит, хорошо кидает, тут хорошо, такие вот легкие воблерки. И рыбу вяжет, линка удерживаешь, и не боишься, что он там губу сорвется или еще что-то. То есть как лососевые палки, как Magic Breeze, вот лососевые, ценовой категории там. И вот GF, на порядок дешевле. Работает, я вот смотрю, он работает нисколько не хуже, чем Magic Breeze. И также кидает, и также рыбу вяжет. Вот примерно вот такие вот вещи. Какой мы еще воблер сегодня пробовали? Вот мини-шед. На него рыбачим. Вот. Тоже отличный он. Такой небольшой,
небольшой крэнк летит, заглубляется, ну 0,5 где-то, да, он идет. Метр. Даже метр. Этот МР метр идет. Есть 0,5, а этот, этот МР, ага. МР это метровый. Ну, тоже скос линков забирает один за одним. Самое главное — успевать отпускать. Вот примерно как-то так. Воблеры и тума. Хейлы работали. Вот Дима забыл сказать. Один вот зеленый лежит хейл. А, ну я на него не рыбачил. Это я рыбачил на него. Вот этим рыбачил, да, тоже. Насекомое какое-то. Казалось бы, кислота. А в то же время рыба как-то предпочел видеть, видимо, что то ли светлее она, то ли как. Вот. Но другие более темные. Не так, ну, было меньше поклевок, чем вот именно на светлые зеленые приманки. Ну, была одна особенность, что попали мы в чрезвычайно маленькую воду для данной реки. И, конечно, пришлось нам быстро сориентироваться. Когда уровень воды был больше, рыба стояла в других местах. Сейчас рыба ушла на самые глубокие места, где есть. Начала уходить под залумы, под коряги. И там эти плесы, которые нормальную воду можно было не пробить, то сейчас метровые, там полутораметровые воблеры пробивают эти ямы, плесы. И там была вся концентрация. Самба в этих местах очень хорошо работала самба. Самба, да, вот в этих вот местах, конечно, изумительно работала самба. Ну, что про нее говорить, про нее уже очень много сказано. Воблер изумительный. Работает четко. Я думаю, наверное, трудно не поймать на самбу. Да, если хочешь поймать рыбу, прибежи самбу и кидай. Конечно. Как говорят про космастер, да, не знаешь, на что рыбачить. Бери космастер, да, для амура. Да, здесь, для данного. Бери самбу и рыбачь на нее. Ну что, подниматься нам, наверное, километров, блин, наверное, под 40. Под 40, да. Долго будем шагать. Да, шагать будем мы долго. От этого мы закончили рыбалку не совсем до самого упора, что вот затянули. Солнце пока еще относительно висит. Очень красиво, хорошо. Мы с таким расчетом, чтобы у нас 1.5 часа было на подъем. И сейчас мы будем шагать. Очень быстро, очень много быстро мы сегодня с Димой пролетели. Как-то так получилось. Места замечательные. Ну, а все уважаемые зрители, кому понравилось, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями. До свидания, до новых встреч. Пока.